На конкурс «Дети, читай стихи» Сергей Михалков. Как старик корову продавал, рассказывает Лопов Марат. На рынке корову старик продавал, никто за корову цены не давал. Хоть многим была коровенка нужна, но, видно, не нравилась людям она. «Хозяин, продашь нам корову свою?» «Продам, я с утра с ней на рынке стою. Немного ли просишь, старик, за нее? Да где наживаться, вернуть бы свое. Уж больно твоя коровенка худа. Болеет проклятая, прямо беда. А много ли корова дает молока? А мы молока не видали пока. Весь день на базаре старик торговал. Никто за корову цены не давал. Один паренек пожалел старика. «Папаша, рука у тебя нелегка. Я возле коровы твоей постою. А вось, продадим мы скотину твою». Идет покупатель с другим кошельком. И вот уж торгуется он с пареньком. «Корову продашь?» «Покупай, коль богат! Корова, гляди, не корова, а клад!» «Да так ли? Уж выглядит больно худой. Не очень жирна, но хорошей удой. А много ли корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука». Старик посмотрел на корову свою. «Зачем я, буренка, тебя продаю? Корову свою не продам никому. Такая скотина нужна самому».